Это случилось в августе 2018 года, когда мама девушки, проходя мимо местной больницы в родном городе, услышала жалобный плач маленького котенка. Сердце женщины сжалось, и она отправилась на поиски Плаксы. Вскоре она нашла даже не одного, а сразу двух котят. У светленького питомца глаза почти не открывались из-за гноя, и кричал он чуть громче, чем второй малыш. На улице шел сильный дождь, и котята явно хотели от него спрятаться, но ходить они не умели, поэтому медленно куда-то ползли. Мать Анны не могла бросить малышей на улице. Недолго думая, она подняла обоих питомцев с земли, позже выяснилось, что это мальчик и девочка, и отнесла их домой. Сейчас котикам 10 месяцев. В новой семье они выросли, окрепли и похорошели. Отдавать питомцев в добрые руки люди не стали, решив, что лучше всего котам будет именно у них дома. Чудесная история, не правда ли? Очень хочется, чтобы у каждого бездомного котенка или щенка все плохое заканчивалось встречей с добрым человеком.